В Югре уже более 7 тысяч человек получили электронные больничные. Сегодня большая часть медицинских учреждений округа подключена к специальной информационной системе и уже работает с электронными листами. Так, в Нижневартовске с января этого года документы о временной нетрудоспособности стали выдавать во всех больницах города. Одна только детская поликлиника еженедельно регистрирует до 7 электронных больничных. Пока это небольшой процент от общего числа, однако со временем медики планируют полностью перейти на такую форму отчетности. Пока же с пациентами ведут разъяснительную работу, информируют о преимуществах электронных документов. Если что-то там, какие-то допускаются ошибки, да, то уже его не надо будет приходить и по нескольку раз исправлять, там, отдать его на исправление, потом его получить. То есть это определенное тоже занято время, может, и нервы у родителей, не всем это нравится, но потом они могут это отслеживать еще в портале госуслуг.